Традиционно в конце года в администрации Шадринска подвели итоги городского конкурса на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству. Как отметила заместитель главы администрации по экономике Лариса Колмогорова, конкурс проводится уже 17 лет. И именно за последние годы число участников удвоилось. В этом году в числе конкурсантов 5 юридических лиц и 11 индивидуальных предпринимателей. Они подали в администрацию города в общей сложности 26 заявок. Столько магазинов, офисных помещений, салонов красоты, кафе и ресторанов объехала специальная комиссия. В номинации «Лучшая новогодняя композиция фасада здания» победа была присуждена магазинам «Цветочная фея» и «Детский мир радости». В номинации «Лучшая новогодняя композиция прилегающей территории» лучшим назван магазин «Майдадыр хозяйственный». В номинации «Лучший новогодний интерьер» победителей определили в каждой сфере отдельно. Так, в категории «Торговля» в равной степени стильными и действительно праздничными признаны интерьеры магазинов «Агат», «Семерка», «Стильные шторы» и «Канспарк». В категории «Общественное питание» также несколько победителей – ресторан «Урал», кафе «Кофе Тайм» и банкетный зал «Купец». В категории «Бытовое обслуживание» лучшими стали салон «Визави», парикмахерская «Это я» и офис нотариуса Анны Кураевой. Все победители были награждены благодарственными письмами администрации города Шадринска и денежными премиями. Остальным конкурсантам также вручили благодарственные письма за участие.